Тишина, приготовились. Камера. Мотор. Это кульминационная сцена короткометражного фильма. Он про девочку, которую вдруг перестали узнавать все, включая родителей. Выяснилось, что такая в городе она не одна. Дети объединились, чтобы противостоять наваждению. Съемочная площадка, территория отеля, актеры, юные отдыхающие. В главной роли Вероника Санникова из Екатеринбурга. Эмоции и впечатления еще предстоит осмыслить. Круто. Очень круто. В отеле констатируют, запрос от гостей на подобные образовательные проекты растет. Искали эксклюзив. Родители могут оставить спокойно детей с педагогами, с профессиональными педагогами. Причем это, ну, действительно ребята умеют зарядить и профессией, и им интересно с ними общаться как с личностями. И спокойненько посещать спа, посещать термальный комплекс, процедуры оздоровительные. Юлия Костюкова из Ростовской области любит Анапу. Поездку в Давиль запланировала заранее. То, что каникулы оказались с киноизюминкой, считает удачей, так как сын занимается в местной студии для юных актеров. Очень понравилось. Приедем еще. Уезжать мы завтра же уезжаем, уезжать не хочется. Проводники в мир кино – специалисты международного детского лагеря «Максатиха Кэмп», который базируется в Твери. Здесь шикарно в том, что здесь есть море, в то же время есть инфраструктура самого отеля, где все для нас предоставляется, да, и в этом плане вот здесь – это удобно. Полное погружение в съемочный процесс и каждый его этап. Например, тут рассказывают о хитростях монтажа, где есть свои правила и художественные приемы. Это наброски, покадровый план. Здесь снимают мультфильм. Технология называется перекладкой. Фигурки из бумаги перемещаются по фону и фиксируются камерой. Процессом руководит Софико Бадалова. Занятия с детьми она чередует с работой в достаточно известной студии. Можешь некоторые вещи объяснить взрослому человеку, а к детям, то есть это сложнее, к ним нужен подход особый. То есть мне кажется, что это для меня самой обучение. Результаты работы юных кинематографистов и мультипликаторов останутся им на память. В отеле же сочли опыт удачным и уже думают над продолжением проекта. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.